Здорово, ребят. Ну чё, продолжим проходить Кену. Хардкор, вся фигня, да? Только в мультяшном стиле. Погнали. Так, секунду. Это звука с игры нету. О. Маленький затупик был. Так, ну что, мы, получается, одну хреновину какую-то добыли из трех для вот этих детей. Вот она, собственно, нарисовалась. Какой-то, по-моему, то ли клинок, то ли что-то такое. Давай поговорим с ними. Нам нужно найти больше реликвий для Кена. Угу. Я понял. Астаро, все будет хорошо? Как ты думаешь, мы скоро его увидим? Без понятия. Короче, одну реликвию мы надыбали. Ну, пойдем. Я так понимаю, то, что можно в любую сторону идти, как бы разницы никакой. Пойдем, наверное, туда, вот, где вода. Нужно, наверное, звук чуть-чуть потише сделать. Угу. Давай вот так, наверное. Так, чуть-чуть. Приганутушечки. Так, где у нас вот... Погоди. Вот здесь получается... Да, вот он, по-моему, проход. Не, слушай, не в эту сторону. Походу, да, по ручью надо топать туда, в ту сторону. Вот здесь какое-то была. Какая-то была хреновина, в которую можно было пострелять. Лук дали. Дали лук, значит, надо где-то им воспользоваться. Это уже у нас все-таки метроидвания. Так что. Как-то так. Ну-ка, давай сюда шмальнем. Что будет? Нет, ничего. Вот с помощью таких штук, стреляя из лука, я перемещался. Давай посмотрим, что можно сделать. Вот сюда, по-моему, можно. Да, подтянулась она сюда. Ну слушай, на большие расстояния таким макаром можно перелетать. А здесь все, да, короче говоря. Да, дальше уже не попасть. Ладно, идем по прямой, посмотрим, что там. Ну. Серьезно, только шапочку дали. Применить тлен. Сожрите, пацаны. Да и все как-то. Ну ладно. Я думал, тут какой-то проход. Но, увы. Давай тогда шмальнем, вернемся обратно. Вот когда она так летит, очень напоминает Devil May Cry 4. Когда он с помощью своей синей руки перемещался. Прям вот очень похоже. Анимация даже. Так. Ну, пойдем тогда вот туда. Куда-то. Сейчас, стой. По-моему, вот здесь можно что-то глянуть еще. Нет. Ну хрена тут нету. Ну, наверное, да? Нет.
Стой, вот еще одна есть. Раз. Два. Три. А, ее все. Я думал, еще надо в четвертую запулить, но увы. Какой-то проход. Кто такой? А, это лучник. Ну, базарили мы с ним. Забытый лес. Какая-то новая лока. Никто не знает истинного возраста этих храмов. Народ, построивший их, давно забыт, но плоды его труда остались, и они присматривают за лесом, словно древние стражи. Дух Таро осквернил храм и запечатал вход в дерево хранителя. Я ощущаю здесь присутствие Таро. Я отметил храмы на твоей карте. Спасибо, Русу. Я приму за очищение храмов. Угу. То есть, короче, это походу побочка даже какая-то. Давай глянем сейчас. Фонарик кокнем чуть-чуть. Я пришел, получается, вот отсюда, да? Отсюда пришел. Тут малой, что ли, сидит? Ну-ка, давайте, освободим. А, нет, это не малой, это просто лиса упавшая. Ну, ок. Переместиться. Нет, так, чисто отметим его. Зажжем, вдруг не загорелось. По воде можно куда-то сюда еще двинуть. Такая музяка зловещая. Туда вот, походу, можно скататься. И вон туда. Ходов-то сколько, а? Ну, пацаны. Жранем, жранем. Фас. Че, уже все съели? Прожорливые какие ребята. Ну, а мне походу по дороге-то вот туда. Карта. Это я где-то тут нахожусь. Угу. Ну тогда самая тема будет вот сюда сплавать. На предмет каких-нибудь нычек. Нет, тут вообще пустота. Просто сделали закуточек. Давай сюда. Угу. А вот члена битва. Новые чуваки какие-то появились. Блин, у меня сейчас этим работает. А я на... Бля, почти ушатал. Все, уработал. Вот тут и заключается весь Dark Souls. Погоди. Скорее всего, мне, значит, туда. Но. Давай-ка мы осмотрим. Еще поблизости, что у нас есть. Скорее всего, поблизости у нас уже больше ни хрена такого особенного не будет. Куча воды какой-то. Ходов-то так-то до хрена. Вроде как. Ладно, пойдем с этими гавриками биться. Я уже забыл правый день. Все одинаково. Локации похожи. Деревья да лес. Не успел. Эл-о-о.
Надо еще не забывать, что такие уроды по мне стреляют. Так, минус один. Пострелял вот эти. Давай прям зажимаем тетиву. Оп. Подожди, это летучая падла тоже что ли мочит? Минус один. Блять, и этот кукурва еще грызет. Как бы прицелиться там у них, а? Не, у них с лука надо мочить. Все. В этого я попал. Оп. С подачи вынес ништяк. Ну и все. Все, больше никто не нападает. Норм. Пошли дальше. Чё-то мне сдается, сюда нельзя. Падай. Тут все какое-то красное, подозрительное. Пошли дальше. Вон там летят мелкие. Разбиваем щит у этого гаврика. Все. Давай, кто следующий? Блять, а это мои. Это мелкие. Но музыка не заканчивается, значит, наверное, еще кто-то должен быть. Да, вот они. Не успел. Ау-ау-ау, вы что делаете-то? О, да, его так просто не пробьешь. Хуя, голубей. Неплохо. Атаку, сука, сбивает этот пидор с щитом. Увы и ах. Все с самого начала, ну конечно. Негоди. Давай, значит, вернемся. Посмотрим, что у нас вот там вот по развилке. Идти мне явно туда. Вот здесь по развилке у нас что? Не совсем понятно, просто где я нахожусь. Вот тут какие-то плюшки. По-моему, да? Что-то можно взять. Там цветок горит. Ну и все, скорее всего, да? Там больше не пройти. Как-то еще вот туда можно попасть. Если цветок здесь, значит поблизости должен быть и второй. Но походу нет. Походу туда никак. Угу. Чувак тут появился. А чё так веток-то до хрена? Ладно, пойдем, короче, на том, Сварм, где я остановился. Привет всем. Здорово, Сварм. Короче, давай назад тогда. Давай назад и потихонечку будем всем очищать. Привет, лайк поставил. Сварм. Здорово, здорово. Привет, Дарт. Спасибо за лайкос. Пошли тогда с этой стороны. Бля, ну люто, тебя уже первые до складки одолевают, а тут еще сверху другие бегут.
Ну как тебе это? Ай, блядь. Жесть. Так не игра, но, блин, она прикольно сделана, как бы. Ты такой бежишь, ля-ля-ля, там, короче, все красиво, все, ну, сказочно и нарисовано. Думаешь, сейчас, ну, просто в мультик полабаю, да и все. Будет все просто. И потом ты попадаешь в подобный Dark Souls, блядь. Где тебя каждый моб почти может сваншотить. Хотел спросить, играл Резидент. Че? Резидент? Смотря в какой. Второй тут на днях прошел. Ремейк я имею в виду. Блядь, мне один удар остался. Давай, короче, кинемся от этого дела. Все. Жесть, народу что-то много. Сварм. В общем, впечатление обманчиво. Думал, сказка, а на деле ужасы. Ну, не совсем, как бы, ужасы прям. Но тут довольно-таки сложно некоторые моменты. Вот падла. Это такой, короче говоря, немного взяли от Dark Souls. Ах ты, сука. Немного взяли от Metroid Vania какой-нибудь. Я вот сейчас даже бегу, я не кушаю. Блять, у меня одна подача осталась. Я вот сейчас бегу, даже не знаю, правильно я бегу. Может быть, мне сюда даже рано, тупо по прокачке. Ай, блять, уработали. Нет, восьмой резидент я еще не играл. Но все в будущем. В скором времени буду. Все по порядку. Тихо, тихо, тихо. Куда ж ты летишь-то сразу? Блять. Минус один, окей. Блять, попало. Вот пидорас. Минус один. Второй. Третий, окей. Но уже чуть лучше. Я думаю, пока хилиться не надо. Надо, короче говоря, вот этих ублюдков мелких, короче, вывести сюда. Когда большой побежит, тогда похилится. Давай, по одному. Вот так. Оп. Вроде получилось. Так, тут их получается трое еще нарисовывается. Нет, их больше, чем трое. Валим. Одному щит разбил. Графика приятная для класса. Да. Графон приятный. Вот это не отмен. Графон приятный, прям, знаешь, такое ощущение, что ты играешь в какой-то инди-проект. Дарт Вейдер, я отойду. Чай поставлю. Давай, ок. Я уже тут бахнул чайку. Ай, ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо.
как-то его же можно заставить, в принципе. Но я думаю, что я и так поверну. Ай, блядь, ну прям на подальше. Давай его, встанем, короче. И вот большой подачей. Тут стреляет, какая сука. Блядь, он там на мосту стоит. Твою же мать. Вот этого гада, там не хватало точно. Так, ну хорошо, главное на этого не попасться. То есть буквально тут пока кучками разбиваешь их. Они вроде как визуально особо не должны доставлять сложности. Но потом, когда у тебя каждый моб сносит реально по четверть, по половине здоровья, вот которое сейчас отхиливается потихонечку, вот видно. Вот здоровье отхиливается. А вроде как ничего. А потом жоподерка начинается. Но вот второй, со вторым боссом я уже мудился прилично. Угу. И все в округе очистилось, короче говоря. Я понял. Я могу сказать то, что в принципе 2800, то что просят за нее в Epic Game Store, дороговат. Она чуть-чуть должна поменьше все-таки стоить, я считаю. Так, откуда я вот отсюда, получается, пришел? Эту можно расхерачить штучку. Че, давай, наверное, с этим гавриком потрещим. Эти ручьи берут начало из тающих снегов вокруг горного храма. Эти воды священны. И все, да? Он на повтор пошел. Короче, надо оглядеться. Что к чему тут? Swarmp. А кто разраб игры? Какая-то... Я не помню, что-то там... Internal Lab или что-то такое, какая-то такая студия. Я ее никогда не слышал. По-моему, они никогда ничего и не делали. Вроде они только однажды занимались дополнением какой-то игры, как бы, и все. На этом их полномочия, как бы, вот. Так. Сюда можно подняться. Вот, вот туда вот. Там шапочек можно прикупить. Которые, в принципе, тут как бы нахер не нужны. Пацаны что-то таскать могут. Погоди, пацаны. Опускай объект. Эй, а что поднять не можешь? Бля, она залезть не может, походу. Тут какой, ну, такая вот в основном положняк, то, что ты бежишь, короче, такой ла-ла-ла, короче, все зелененькое, все милое, красивое. Потом херак тебе мобов наваливают, ты получаешь люлей. Отбился вроде, хорошо. Потом начинаешь головоломочки решать, вот подобного плана. Которые иногда придется подумать. Так, пацаны, давай-ка вот сюда несите. Вот сюда. Они туда это все дело приволокут и, по идее, камни. Раз. Вот еще один, кстати, камень. А его туда куда? А его вот сюда. Пацаны. Пацаны. Давай-ка его сюда. Ну все, бросай. Допустим. И эти четыре камня, скорее всего, должны что-то открыть. Я сюда встаю, и что меняется?
Бля, что-то я пока не понял, как это все вместе работает. Тут вообще водопад. Тут ничего такого, да, не лезут. Я, может, в самом начале что-то пропустил. Ну, тут какая-то, какой-то проход, я не знаю. Бля, не, по-моему, сюда вообще рано. А что значит вообще вот эти все точки синие? Ладно, плюшечек немного. Че вы укинули-то? Поднимайте объект. А, и вот куда-то тащить надо. Погоди. Рано. Рано, рано, рано. Да, я хозяин. А? Немного изумрудов мне в попец. Большая, короче, локация. Я что-то не совсем понимаю, как она устроена. Вот я сюда, по идее, забегал, да. Здесь я гавриком наваливал по щам и оказался вот на той платформе. Так, вот, вот так вот надо лучше обойти. Сука, еще этот постоянно мудила, блин, портуется, я хер его знает. Он сбивает, короче. Точнее, куда, я не понимаю, из-за него идти. Какая первостепенная задача, допустим, на вот этой вот большой локации. Какая чуть-чуть попозже, допустим, знаешь, решить надо, которую. Так, вот здесь теперь можно плавать. Ну, и чё мне это даст? Ничего, тупик. Тут водопад. Так, я опять начинаю путаться. Давай наверх. Ну, давай туда. Допустим. Надо вот эту скверну в середине разрушить, скорее всего. Как это можно сделать? Ну, давай вот туда ломанем. Ну, тут чисто магазинчик, наверное. Максимум, может, секрет какой-нибудь дадут. Тележка со шляпами. Ну, это вообще просто вот. Просто чтобы вот эту валюту синюю потратить, которую ты собираешь, как бы просто так. Так, ладно. Это все примочки. Вот еще одна хреновина, которую надо как-то включить. А вон сундук я вижу. До него пока никак. Ну, наверное, как это было в Dark Souls, ты тоже бежишь, у тебя открытый мир. А конкретно куда тебе в данный момент надо, хер его знает. Просто ты бежишь и подыхаешь все время. Но тут подыхаешь чуть-чуть поменьше, знаешь, такое ощущение, то, что они вот так лояльненько сделали, чтобы это у тебя сильно не бомбило. А куда камни делись? Ты их, блядь, обратно оттащил. Вы че? Давай, тащите обратно. Допустим, сюда. Вот этот мы ставим вот сюда. Суарм, сделали так, чтобы игроки игру не забросили.
Ну тут-то в принципе тоже вот это вот вся метроидвания там и так далее, более-менее интересно, как бы ты можешь вернуться на старые локации там всех дел, это как бы прикольно. Нет, слушай, это не так работает. Раз, два. Почему-то этот дурачок туда-сюда скачет. А нахера? Оно как эхом отдает. Что требуется-то, я не пойму от меня. А, вообще в воду упал. Не то. Тут не объясняет, тут тоже как бы загадки. Ну, никаких тебе подсказок, ничего, ни подписи, ни хрена нету. Типа, додумывайся сам. Что от тебя вообще в целом хотят? Раз, два, три, четыре, пять. 5 камней, допустим. Вот есть 5 штучек. 5 камней. Сюда вообще никак. Я понял. Скорее всего, сюда что-то можно притащить. Ок, непонятно ни хрена. Здесь я тоже прыгал. Тут вот это скверно, короче, тусуется. О, подожди, откуда он тут нарисовался? Он же вроде его не было. Давай шмальнем в него. Нет, он ничего не открывает. Угу. Сюда надо что-то тяжелое поставить. А где взять это что-нибудь тяжелое? Надо по идее, чтобы пацаны перетащили. Чтобы придавить эту платформу. Значит, смотрим что-нибудь в округе. Хай меня они такой не поднимут. Поднимать они могут то, что подсвечено. Но фонарик-то это хрен с ним, в принципе. Вот туда еще можно, на мост идти. Ну-ка, пацаны. Тащим вот это дело вот сюда. Тащит? Да, тащит. Короче, по очереди мы будем эти платформы придавливать стопудово. Но надо определиться, в какой последовательности. Вот еще одна хреновина. Так. Они на возвышенность на эту поднимут его. По идее, должны. Да, спокойно затаскивают. Ну тогда. А, и все, да? Здесь они больше не пройдут. Сварб. Загадочки тут сложные. А местами иногда.
ну, как бы ничего сложного нет. Иногда как бы вообще вот типа того, у тебя дается здоровенная локация и делай с ней что хочешь. По-разному, по-разному. Не совсем нормированная сложность загадок, скажем так. Да, они сюда не оттащат. И врагов также тут тоже, по идее, я бы сказал, что не совсем нормированная сложность. Так, вот сюда они смогут куда-то оттащить? Нет, они не бросаются. Хреновина этой. Это сова у них там. Так, ну тогда поперли. Куда-то вот сюда. А сов сюда надо запихивать. Я вообще не понимаю, что это. Ну давай. Тоже нет. Эта платформа не сработает, стопудово. Они и ту сову бросили. Теперь за мной бегают. Бля, как быть-то? Надо вот как-то ее взять и перетащить вот туда. Вот туда, через мост. Как туда попасть? Если я правильно понял. Типа на одну платформу встаешь, у тебя один камень выезжает. Вот это. А, их два даже выезжает. Интересно. Так. Где-то тут еще одну платформу я видел. Сундучок не просрал. Конечно, вот эта вот валюта ни к чему не нужна, там это просто для шапочек. Вот еще одна платформа. А вот она-то что открывает? Она же не просто так. Я знаю, пойдем к храму тогда, может, мужик этот что скажет. Что вряд ли. Он обычно загадками говорит. Еще одна платформа. Ладно, пойдем к мужику. Странно это все. Ну давай, давай сову поставим вот туда, допустим. Прямо ее двинем на этот вот сюда вот. А че вы ее бросили, что ли? Блять. Давай сову бери. Тащи. Короче, далеко, если уходит, что они тупят и бросают просто предмет.
Допустим, первая сова тут. Вторая тоже там где-то рядышком валялась. Где-то в кустах вот тут. Неподалеку. Нет, значит не тут. Где-то вот тут. Нет. Надеюсь, я чем-то полезным занимаюсь. Ну, в смысле, это хоть как-то по сюжету двинет. Ну, давай второе. Ну, по идее, три совы должны что-то открыть. Это правило. Тут нету ничего полезного. Кстати, да, самая тема — их какие-то шапки приметные более-менее одевать, цветные, чтобы их было видно среди этой зеленки всеобщей, всепоглощающей просто. Чтобы они с общим фоном не сливались. Вон еще третья сова. Вижу. Пацаны. Ну, тащите сюда. Бросили, что ли, опять? Блять, ну да че я мелкая? Давай, тащи сюда. Двигать объект. Все, поперли. Не, ну сов стопудово в это место надо ставить. Потому что за это очки даю, значит правильно. Олень, доступна новая шляпа. И все, я только для шляпы это делал? Серьезно? Пожар выжег ствол дерева хранителя, но оно все еще живо. Это получается вот там вот, где у нас платформы, камни выезжают. Походу про это и речь идет. Его корни уходят глубоко в землю, соединяют его с древними храмами. Очисти храмы, и дверь откроется. Вот эта дверь? Или какая-то другая дверь? Наверное, вот эта. Потом, типа, торжественно сюда встаешь, и дверь открывается. Ну, допустим. Три точки, вот. Пойдем на эти три точки. Сходим, посмотрим, что там есть. Бегай, бегай, что-то ищи. Ну, пока да, вот именно то, что ты постоянно бегаешь, что-то ищешь, что-то где-то... Какие-то мини-загадочки решаешь, которые бывают иногда сложные, у тебя могут хрен его знает сколько времени занять. Жратва для малых. Пац. Бля, они как пираньи слетаются и начинают трепать угарно. Ну это просто очки, короче, таким образом ты зарабатываешь и все. Иногда в этой игре какие-то вещи просто так. Ну вот, типа, вот такие вот очки просто так ты собираешь, просто чтобы на них потом шапочки для этих тленышей купить.
Нам достаточно, по-моему, одну шапку для них, и этого хватит. Ага. Эта штука не сработала. А нет, смотри, малой выпал. Малого собираем. Ты наращиваешь, как ядерный потенциал этих малых наращиваешь, чтобы потом их было больше, и тебе новые плюшки потом прилетали. Я так и вот не понял, обязательно ли их кормить вот этим всякой херней фиолетовой. Ну, вроде пока жрут, как бы. Ну, жрут и ладно. Говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы таких же не натащило домой. Вот это вот я не знаю. Что-то я не сломать. Нет, она... Так, какая-то штука там поблизости. Вот давай синий какой-то там элемент. Что это у нас тут? Это такое? Сварм, как по системным требованиям игра? Ну, она такая, как бы, я бы не сказал, что прямо очень много хавает. У меня на ультрах можно даже включить вот. А, тут он. Ну, короче, все это. Ну, я бы не сказал, что она, короче, много прям просит что-то. То есть, допустим, какой-нибудь там 1070 сожрет ее запросто. Ну давай вот так долбанем. Нет? Что-то не тлено, нихуя не применить. Чего эти фонарики-то? Так, стой. Свечки. Да, смотри. Первая свечка. Потом стреляешь, у тебя загорается. Ага, четвертая. Я понял. Короче говоря, нужно вот эти вот синенькие мини-загадки решить по очереди. Так, тогда первая свеча, потом здесь у нас загорается две, но первая тухнет. Стой, они сразу тухнут? У меня есть какое-то на время? Да нет, вроде не тухнет. И сразу же это сгорело. Короче, надо какая-то последовательность. Первая горит. Так, давай тогда вот в четвертую долбанем. Первая, четвертая. Давай вот сюда. Допустим, вторая. Нет, неверно. Первая. Четвертая. Значит, по логике вещей вот тут должна быть. Третья. Все, пиздилка.
А вторую падлу заглючила, короче. Бля, нет, я не заглючил. Клеющий уголек. Здорово. Здорово, уголек. Так, и чё? Клеющий уголек. Она фризит или мне кажется? Иногда бывает, да, подлагивает немножко. Хер знает, с чем это связано. Можно, кстати, попробовать. Вот так, допустим, поставить. Ну, по-моему, она и на обычном этом подлагивала. Может быть, с ОБСом что-то связано. Так, 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 так. Допустим. Первая, четвертая. Потом идет третья. Третья и вторая. Хер, неверно. Первая, четвертая. Потом вторая, третья. Хуями загуляли-то вообще. Начни верно. Ну. Блин, стрелы-то конечные тоже. Первая. Вторая. А теперь они не тухнут. Даман 72. Привет, друг, лайк лови. Новая игруха. Здорово, Даман. Ну да. Тип того. Ага. Теперь, короче, они как должны работают. Только теперь надо по-быстрому взять, короче, и зажечь все свечи. Иначе опять эти уроды появятся. Давай. Раз. Блять, не попал. Раз. Два. Три. Блять, я, по-моему, не попал. Да. Раз. Два. Три. Четыре. Ну неужели? Как-то так это работает. Ну и что ты мне нового скажешь? Детишки часто рыбачили в этих ручьях вместе с Таро. Тиши леса, мне кажется, что я снова слышу их голоса. Они вместе чувствовали себя в безопасности в этих лесах. Ты хорошо их обучил, Русу. И все? Угу, на один шарик поменьше стал. Ну, погнали тогда в предыдущий. Там что-то решать. Там, где совы, походу. Куда надо идти? Или там, где камни двигались? Так, мужик, погоди, погоди. Я обязательно к тебе подойду. Да, походу там, где камни поднимались, двигались, надо вот туда двигать. Хотя по карте она вообще вон туда показывает. Вверх. Тогда назад.
Ну-ка, вот по крыше по этой можно забраться? Не, крыши тут, как правило, просто как в виде декораций. Так как ассасин по ним передвигаться не можешь. Вон, стой, там какая-то петушка есть. Что тут у нас есть? А? Изумрудов мне в попец. О, малыш, для малышню можно покормить. Сейчас сначала откроем. Бля. Я понял. Эй, не вижу ни тебя. Да, бля, вы заебали сносить. Сука, малой бесит. Он вдох. Давай, членом его. Пока малый отвлекает, есть резон его залюбовать. 3, 2, 1. Еще 2 врага, да я не успею. Блять. И все, да, короче? Ну, давай заново. 4 врага. Блять, ай-яй-яй, это было больно. 3 врага. А вы что тут застряли-то? Подходи на пиздюля. Ай-яй. Последний. Бля, у меня один удар остался. Давай, трену. А чё они его не станет? 4 секунды, но они его не завали. Он больно жирный. Так, ну давай сейчас здоровье восстановится, еще раз попробуем, но не факт, что все получится. Открываем этот ящик Пандоры. Где они? Почему тлен нельзя применить? Чё за хрень? Но мне его не зарубить за 10 секунд. У него кунг-фу покруче, чем мое. Я ему половину только сношу и все. Я хер знаю, что с ним делать. Может, потом какие-нибудь бомбы, знаешь, появляются. По-моему, бомбы тут должны быть. Бомбы появляются, ты типа можешь его бомбами размотать. Ну, наверное, так, я думаю. Пока что-то немного не хватает. Так, следующая, где-то вот тут загадка должна. Пошли наверх, скорее всего, да, вот туда как-то. Как-то вот туда надо добраться. Ну, по цветкам, да, по цветкам будем сейчас плясать. Тут это я уже брал. Давай туда. Тут. Угу, вижу. Такое, знаешь, еще немножко паркурчика, смотри, тут приплели. Вот надо туда. Это, я так понимаю, испытание у нас на ловкость, да? Это было на сообразительность. Ну и чё? И где можно зацепиться? Ладно, хоть изумрудов залупим. Вот, как-то надо... Нет, подожди, не сюда.
Вниз падать тоже не вариант. Как туда-то добраться? Где-то такой цветок должен быть синий. Сварм. Привет, Рома. Где синий цветок может быть? Я прям вижу, как он открывается, но только где он? Он внизу подо мной. Че он тут забыл? Давай-ка еще раз. Мы от этого цветка прыгаем. Правила, они должны быть напротив друг друга. Вот он. Но оттуда мне его, по-моему, не видно ни хрена. Сейчас посмотрим. Да, она тупо не долетает. Давай наверх. Вот ближайший цветок. Надо туда не доскочить просто. Вот еще один. Как его активировать-то, блядь? Стой. Вот сюда можно. Правильно? Да, это единственное. Отсюда, вот сюда. Ну вот уступы очень похожи на тот же самый Uncharted. Прям. Там такая механика сплошь рядом просто. Попрыгал по уступам, что-нибудь активировал, пострелял. Так, давай вот туда сползаем. Там у нас фиолетовые штучки. Кстати, цветков-то несколько. На яйца похоже, фиолетовые. Фиолетовые яички. Пацаны, пах, чё? Чё стоит-то, кого ждем? Триста. Давай чё качнем, наверное. За 300. Это у нас высокая готовность с одним тленным действием. Да, слушай, вот эта тема, конечно, полезная, но тут еще что-то есть. Мультивыстрел. Блин, ну это тоже, в принципе-то, потом понадобится. Но лучше, скорее всего, тлен. Потому что иногда это очень важно, как бы именно с одной хотя бы штукой начинать. Ну, иду. Так, отсюда мы туда поедем, вот как раз сюда. Восстановить храм божественного дерева. А эти тогда зачем? По стрелушке. Держись. Бля, подожди. Во. Давай попробуем прямо вот с первой начать прыгать. Думаю, не все так просто. Первый мы долетаем вот сюда. Допустим. Пошли выше. Ой, что-то знакомая какая-то хреновина. Не помню, что она дает. Что она дает? Почта духов. А, ну понятно, это в деревню надо тащить. Это у нас типа побочка какая-то. Местная. Местная. Ну ок. В принципе, не зря сходил. Это сохраняется. Даже если подохнешь еще раз. Погнали назад. Потом отсюда мы
прыгаем вот сюда. Так. Отсюда вот сюда. Малый как-то загадочно портуется прям вообще. Ну, а потом встанем и стреляем, короче, находясь на них. Все, поехали. Все выше и выше и выше. Кстати, в Far Cry каком там, да и в третьем, наверное, и в четвертом тоже на вышку надо было забираться, по всяким штукам прыгать, на от какого еще Dying Light тоже требовалась подобная механика поскакушек. Так, ты что, дурной что ли? Ни хера, он вообще взрывается. Бля, я не один. Я не ожидал. Стоянба. Ай, блядь, я сейчас подохну. А чё так их много-то? Ну вот как раз тут, конечно, выстрел в рассыпную бы и пригодился. И все, я подох. Но как на таком маленьком пятачке как бы от взрывов уклоняться, что-то пока непонятно. А этот, ты говоришь, во всех Far Cry, по-моему, у нас во втором, ой, в первом и во втором Far Cry такой не было механики на вышку залезать, на самый верх включать там что-то и спускаться вниз. Это, по-моему, с третьей части началось. Но Primal, кстати, нету. Primal не было, по-моему, такой вышки. Вот так вот. О! Сейчас я его вовремя ухватал. Я написал новых. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, блядь. Нихуя! Да, точно, ты написал в новых. Жестко. Вот я тебе и говорю, то что сначала такой ля-ля-ля, вроде как прыгаешь, головоломочки решаешь, а потом тебе надирают в жопу просто долго и упорно. Вот этих фиолетовых надо в первую очередь замочить. А, ну бля, нихера с одной подачи просто тебя выебывают с этого дерева. Вот уроды, бля. А че так жестко-то? Надо, наверное, вот от этих перил подальше держаться. Чтоб тебя хотя бы взрывом не сносило сразу же. А то тетя по взрывам долго не живет. Маленький заряд. Да, блядь. Не прицелиться, сука, не дают. Как бы прицелиться-то они дают. Но надо удерживать заряд, чтобы конкретно по ним долбануть. Ай, о, меня сейчас перила спасла. Ай, не теряй их туда. Ладно. Я их, блин, мою, в принципе, тоже могу завалить. Тихо, я не вижу ничего. А! Тороплюсь.
Это паника вселенной начинается все вообще. Масло. Привет, опять в ночь на работу. Да, Макс, да, да, сегодня в ночь. Такой вот дебильный график. Блядь. Пиздец, какой интересный радиус поражения у этого взрыва. 3 километра. Охуеть, а меня в любом случае достает. Сука, реально 3 подачи и все, они выебывают все здоровье. Тупо 3 взрыва, от которых просто не уйти. Ну, по крайней мере, от 2. Да, конечно. Короче, когда этот фиолетовый взрыв на тебя летит, самое оптимальное — это свинять на другую платформу. Но как быстро ты туда прицелишься — это еще вопрос. Слушай, а сейчас не достало. Ну-ка. Нахуй он прыгать-то начал. Так, надо назад. Сейчас мы тут заскиримся немного. Ай-яй-яй, ну, блядь, только остановился, сразу 4 патрона к тебе прилетает. Да ямба. Только не вводи, ну не вводи! Неужели? А кто у нас тут? Мелкие остались. И вот этот один. Блять, там еще один фиолетовый появился. Да, ебись ты, колотись. Все, подох. Ай, блядь. Жестко. Короче, очень быстро надо по этим 3 платформам перемещаться, наваливать всем по-резкому, с учетом того, то, что в тебя стреляют, если ты хотя бы ненадолго тут задержишься. Вот так вот. 3 выстрела, и у тебя полздоровья нету. О, хилы есть. А я не видел. Да ёб твою мать, но как я могу увидеть этот выстрел, когда они тебе спину сейчас шмаляют, пидорасы. Вот это поворот. Так, ну первый-то отсюда, бля, прилетает. Не успел. Хули радуешься-то, блин. Включила. А тому по руке. Ты нахуй под... Да ёб твою мать. Пиздец, это жесть, нах.
Эта полоска у меня почему-то вторая появилась. Минус один. Сука, да ёб твою мать. Не догнал. Ай, это догнал. Больно. Наверное, готовить там приходится стрелять прям. Нихуя не видно. Так, где еще фиолетовый? Он же был тут. Уже все? Не уверен. Ладно. Блять, у меня стрел нихуя нет. Будем скакать, пока не это, пока не появятся другие. Заебись, еще эта хуйня открылась. Сука, вы кончитесь, нет? О, фиолетовый появился. Блять, у меня стрел нет. В принципе, эта платформа-то побольше. Тут мне фиолетовый особо не навредит. Вот так. Все. Все. Кто еще стреляет? Блять, ты-то как там оказалась? Ой, я уже думал, я в пропасть полетел. Там как раз вот вообще был, я на таком пятачке стоял. Я мог запросто вот туда улететь. Просто с последним выстрелом. Мне тупо повезло. Чё там, тлен, давай. Разматываем эту херню. Надо с другой стороны, кстати, обойти. Сейчас мы с мужиком попозже чуть поговорим. Надо плюшечки собрать. Всячески. По-любому еще что-нибудь вкусное есть. Это у нас лифт. И здесь можно шарик какой-то забацать. Это же лифт у нас. Так, ладно. Начало с мужиком тогда. Нет, вот он лифт, второй. А тот тогда я не знаю, что это такое. И с чем его едят. Давай с мужиком тогда трещим. Говорят, что храмы олицетворяют хранителей леса. С такой высоты легко вообразить, что они присматривают за этими землями. И все. Он иногда говорит загадками, вот честное слово. Чего он имел в виду, хрен его знает. Ну, присматривают, ну что. Так как, ну, тут информации тут не очень много тебе дают. В целом. Ну, в принципе, отчасти это неплохо. То, что тебя особо текстами всякими не нагружают.
Это удобно. Так, ну давай тогда вот сюда долбанем. Что изменится? Их куда-то поехали. Понятно. Мы поехали вниз. Чтобы что? Тут у нас еще какая-то. Их надо шарик снизу достать. Да, и потом ты отсюда скатываешься. Надо шарик снизу достать. О, пацаны, фас. Че, не голодные, что? Ну-ка, жрать быстро. Да не, походу, не голодные. Там наверху как-то можно активировать шарик, который нужно провести вниз. И вот там внизу какую-то плюшку открыть. Вот тут скверно немного есть. Во. Но как этот шарик надыбать? Надо что-то, наверное, пострелять. Но... пока не видно, что стрелять. Нет, нет. Тоже нет. Стой. У нас тут два цветка. Второй еще куда-то тебя портует. Ну-ка давай куда-то. Вот, наверное. Что-то у нас пусто. Чё выше? Что такое за пятно? Кто нас ссал? А, это мой капитошка. Набираем. Это у нас получается 25-й, по-моему. Да. Еще 35. И будет гуд. Как вот этот шарик все-таки активировать? Загадка. Я ничего пока не могу дуплить, как это работает. Тут же у нас шариков никаких нету. Перетащить мы этот шарик тоже вроде как не можем с помощью пацанов. Здесь я только забирался. Там тоже ничего такого не растет. Вот, стой. Вот тут вот что-то. Ну давай-ка сюда прыгаем. Вот так попробуем долететь. Вот он где. Пацаны, ну-ка фас. Чпок. Вот он и шарик наш. Заветный. Ну чё, тащить его. Вон туда. Шнарей-то побольше уже стало, я скажу. О! Применяем тлен и ведем его сюда. Стой. А с лука, короче, я не могу целиться. Раз, два, три. Угу. То есть, короче, можно как-то вниз. Да, и все, все исчезает. То есть примерно 3 секунды, чтобы вот этот вот змею дотащить до сюда. Сначала, значит, мы стреляем, потом применяем тлен. Давай, 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 быстрее сюда. О, поехали. Вот так это и работает.
Ну тут так, по-моему, да, кристаллов чисто насыпят и все, по-моему. Да. Куда эту валюту еще девать, я не знаю. Есть ли смысл эти головоломки мелкие решать? Все, спускаемся, короче. Вау! А вот это вот, когда она скользит на двух ногах, это прям, ну, этот Fallen Order. Про жердяев. Так, еще третье осталось. И потом восстановить храм воды. Я, значит, просто его пробежал. Скорее всего, там вот, где у нас вырастали деревья. Всячески. Точнее, не деревья, а где у нас поднималось два камня. Там надо что-то сделать. Скорее всего, там этот храм воды. Ну да. Вот он и есть. Ага, я на месте. Ну да, я думаю. Тут, короче, два камня получается. И вот это вот, что такое у нас? Просто, походу, декорация. Надо разобраться, как эта вся штука работает. Я тут был. Все, я понял. Сейчас плыву, посмотрю, короче говоря, как это все. Но, скорее всего, вот с этими двумя камнями что-то надо делать. И, скорее всего, пострелять куда-то надо, пока что-то поднимается куда-то. Но это не точно. Ну, посмотрим. Давай вот сюда наверх. Вот какие-то платформы тут. Ну, тетя. Угу. Ну, блин. Короче, есть два камня. И какая-то штука, которая опускает еще, поднимает, точнее, со дна еще два камня. Это не поднять никак. Давай, применяем тлен. Пацаны, тащи сюда. Скорее всего. По символам, в принципе, разницы никакой. Давай, тащи сюда. Ну-ка, а что если один камень опустить? Все равно два уезжает. Пацаны. Давай этот сюда. Либо в них надо пострелять как-то. Нет. Ну-ка. А вот такой вам. И все, что ли? Я думал, надо куда-то что-то стрелять. Что-то надо где-то делать. А тут все гораздо проще. Просто нужно было свою эту штуку включить, как бы, и все. Как-то так это работает. Ок. Кстати, вот еще одна хрень появилась. Еще один шарик. А что мне с этим шариком делать? Применить тлен. А куда его тогда применить? А вон туда надо. Вон там у нас еще какая-то плюха.
Оп, полетели. В принципе, на небольшие глубины он может погружаться. Но им довольно-таки неудобно управлять. Вот так вот, бам. Да и все, в принципе. Так. И что мне это даст? Вот будет у меня такая платформа. Куда мне с ней дальше? А. Но его не сюда. Куда-то этот камень надо двигать. Какую-то вот, о, да, вот сюда его надо. Ладно, давай сейчас с мужиком потрещим. Как обычно, он ничего дельного, конечно, не скажет. Храмы построены в местах, наполненных могуществом. Их камни уходят глубоко и питаются потоками подземной энергии. И все. Как обычно, мужичок у нас немногословен. Ладно, потащили, короче говоря, булыжник туда. Любовь Таро, откройте дерево хранителя, вычистите скверну. Ну понятно. Давай. Пацаны. Фас. И тащим это дело. Вот сюда. Все. Цель вижу, задачу понял. Стоим, ждем, че. Местами мое участие тут не совсем пригодится. Ну, иногда полезно, ну, так, приятно, точнее, посмотреть. И пацаны работают. И такой, бам, молодцы. Все за мной. Так, вот тут какая-то хреновина. Клен, ну, давай применим. И чё? Ну, открыл я этот проход, а смысл? Походу это было просто так, как бы. Ну, ладно. Вот тут что-то есть. Не, тут какая-то другая плюшка нужна. У меня геймпад тут вибрирует, но пока как с этим. Эй, блин, ну Семен Семенович, геймпад там вибрирует, но пока как с этими хреновинами управляться, меня не обучали. Так что это, видимо, новая плюха, которая будет потом в дальнейшем. Сокращенный путь. Да, небольшая вибрация на геймпаде есть, короче, но что с ней делать, я пока не знаю. Вот тут у нас какой-то цветок открывается. Либо вот по этой деревяшке пердолить. Угу. Можно здесь кристалликов получить. Но не очень обязательно. Погоди. Давай-ка попробуем сигануть. Где этот цветок? Вот. Я понял. Короче говоря, с этого цветка надо прыгать куда-то еще. Причем очень быстро делать это надо. Пацаны, че вы, блин, нормально не поставите? Вот сюда поставьте. Вот все, чтобы мне удобнее было скакать. Так, с этого цветка. Но куда прыгать-то? Тут же не видно. Давай с этого ракурса. Вот сюда надо скакать. А от того вот туда. Я понял. Короче, надо это будет делать очень быстро. Ну, быстрее.
Ай, стрелы кончились. Вот залупа. Надо больше стрел. Хорошо, что я прокачал ту способность, которая при выстреле у тебя немножко время замедляет. Это прям в тему. Катимся сюда. Ну, попади ты. Всё тебе. О. Что-то взяли. Почта духов. Это еще для одного жителя. По-моему, я это брал. Вот. А вот это-то как хреновина разломать? Ситуация. И все, я назад, короче. Прикатился. В принципе, мне тлена хватит, чтобы добраться вот куда-то сюда. Но не выше. В принципе, там еще, да, есть здесь же короткий путь. Давай попробуем. Применяем тлен. Так, тихо. Не тот тлен. Вот этот. Поехали. Бля, ну очень неудобно, конечно, им управлять. Я думаю, зарядом не хватит, да, как раз, чтобы туда добраться. Вот так. Очков очень мало дают для прокачки. Прям вообще по чуть-чуть. По 10-15. Долго собираешь. Ну, пока вот этот... Лучше листьев раскирачить, я не знаю как. Это надо что-то туда другое. Что-то фиолетовое. Ричард, 1080 часть. Добрый день. Здорово. Поехали, короче, к храму. Там уже мужик должен ждать, короче, во все оружие. Скорее всего, какая-то локация будет уже в этом помещении, в пещере, скорее всего. Все, вот это заработало. И чё? Чё, не открываемся? Надо как-нибудь 5 стрел купить. Чё делать-то надо, а? Делать-то чего? По идее, больше стрелять некуда. Ну-ка, давай тут зажжем. Нет. Кстати, а мужика не появилось теперь. Как это работает? Вычистите скверну. Священное дерево. Ну это оно и есть. Это по-любому. Или вот это. Нет, я там уже был, на этом священном дереве. Смысл мне туда наверх подниматься? А теперь эта штука почему-то включилась. Появляется один, а должно быть, наверное, три, как обычно. Где еще тогда два? Почему это не работает? Эй! Как эту кибитку-то открыть? Ладно, давай протанемся, короче, к духам. Ой, к этим духам, к деревне.
Можно еще, кстати, было там маску напялить. Смотреть. Давай, в деревню. Отдадим, короче, эти побочки сдадим. Может, что-нибудь дадут еще, насыпят. Волшебная. Так, 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 так. Как будто вот этот побочный квест где-то сзади. Да, вот первый. Доставить. Мы сначала тут все проверим, потом сдавать уже будем второй. А что не все очистилось? Второй вот тут. Давай зайдем, посмотрим, что тут, что дали. Пацаны, ну-ка. Так, есть шарик. С этим шариком что можно сделать? Вон там что-то сломать можно. Применяем тлен. Кстати, вот тоже фиолетовые бабочки. Пацан у нас. Здорово. 26-й. 26-й. Вон туда, наверх дома надо подниматься. За стенкой у нас шарик. Какой-то еще там будет. Вот сюда давай. Не, смотри-ка, это не так работает. Давай обойдем. Это я уже брался. Макс Лонг, ты уже скоро заканчиваешь или еще час? Заканчивать буду где-то... Сколько, 4? Где-то часа через полтора примерно так. Да, через полтора. К 6 на работу, где-то без 15, наверное, вот так вот закончу. Без 15-6 примерно. Так, к чему вы мне этот шарик-то дали, я не понимаю. Шарик, шарик. Ну а дальше-то что с ним толку? Допустим. Поплыли. Да, может быть, кстати, для этого просто. Как-то так. Немножко изумрудов. Пупец. Пошли второй квест дадим тогда. Доставляем. Это у них какая-то, я не знаю, типа ратуша, что ли, местная. Церковь, может. Аж медальончик загорелся.
И чао. А че сундуки-то все закрыты? Блин, надо по очереди. Покрытый сундук. Просто видеть че. 19 врагов. Ну раз утихом немного надо успеть замочить, ребята. Надеюсь, они так и будут все маленькие. 11. И желательно пачками, конечно. Выносить. 8. 7. 6. 4. Я думаю, успею. 2. 1. Все, успел. 200 накинули, кстати сказать. Погоди. Можно каждый открывать? Допустим, его откроем. О, жирный какой вылез. Но это не то. 27. 18 врагов. Вот когда они толпой на тебя налетают, поудобнее, бля. Вот с большим проблемам будет. Он выносит. Ну-ка давай, трен мне. А хера два. Бля, ну он лютый. Пиздос. Ну вот так вот и ходи, собирай. Че, еще раз попробовать? Давай. Если бы большого бы не дали, было бы у вас самое то. Большой. О. А то я думал, без него как-то обойдемся. Нет. Бля, его можно заставить? Нет, ни хрена. Его придется мочить, причем за 30 секунд. Ну серьезно. Не он, так другие тебя подрезают. Ладно, хрен с ними, по-моему. Если что, потом в другой раз подбегу. Глядишь, может, по прокачке что изменится. А, Кукутун, что это такое? Стрела с пленом. И чего она делает? Нажмите при натягивании лука, чтобы создать стрелу с пленом. Нереально. Да тяжеловато, что-то народу много. С первым сундуком вроде ничего. А вот со вторым что-то как-то не очень. Большой, вот все меняет всю картину. Лук Кены выпустит могучую стрелу, пронзающую скворгов насквозь. Это типа она с одной подачи, что ли? При заряженном выстреле может их завалить. И тут еще при выстреле по опутанному врагу стрела расщепится и поразит врагов поблизости. Тоже, в принципе, штука-то полезная. Ну, либо, короче... Макс Ланг. Там росток тупо мешает и суету наводит. Какой росток? Там, по-моему, только вот я и эти мудаки носятся. Сверху еще мухи летают, стреляют по тебе. Так. Либо стрела с тленом.
Либо вот этот вот. Сначала надо его опутать, и потом стрелять по врагам. Кстати, вот если вот этого чувака можно было бы большого застанить, и потом, используя вот эту способность, Максло, он бы завалил всех остальных. Есть росток. Врагов насквозь. Давай, короче, вот это, наверное, я возьму. Но на то испытание мы попозже все равно вернемся. Надо, я думаю, еще качнуться. Потому что, ну, заряженный. Сколько вот она вышибает? Надо попробовать потом попользоваться этой хренью. Если этот мудак подохнет, то норм. Нет, так нет. Сюда никак, сюда другая маска нужна. А у меня только маска лисы. Короче, возвращаемся назад. Вот тут еще какой-то мост был. Может, его надо с заряженной стрелой долбануть? Нет? Не знаю, пока туда, короче, никак не добраться. Здесь еще можно спросить насчет второй маски. Тут у нас тоже какой-то загадочный мужичок был. Что скажешь? Надень маску Таро, чтобы открыть барьер духа, преграждающий тропу в лес. Бенни Сай знает дорогу. Ну, понятно. Спасибо, Кэп. Вот тут еще какая-то хрень фиолетовая светится. Тут, скорее всего, еще другая маска, да, нужна? Ну, без понятия. Не, вообще не то. Пацаны, пошли. За мной. Спеть что? Привет, друг. Лайкосик тебе за новую часть Кены. Здорово, Спектр. Спасибо. Спеть что? Как всегда, круто. Так, ну давай тогда назад. Кто это? Вот это вот. Я сюда ходил? По-моему, да. О. Тут у нас пацан, что ли? Ну точно. Берем пацана. 27-м пойдет. Здорово. Познакомьтесь. Так. Допустим. Чисто в порядке бреда. Нет. Это надо как-то разрушать. Чтобы потом добраться до того сундука. Давай сюда сходим. По-моему, я здесь вообще не был. Ну да. Но мне до туда и не добраться никак. Надо как-то эти скалы разрушить. Потом только. Вот, кстати, погоди, погоди. Вот сюда можно слинять. Способность-то это есть по перемещению? Тут открыто, я здесь, значит, был. А когда успел? Так, да, что-то такое припоминаю. Скалы, скорее всего, вылезут. Нет, скорее всего, скалы надо взрывом уничтожить. Я помню то, что вроде как
читал то, что ей потом бомбу дадут. Или что-то такое взрывчатое, короче говоря. Эти скалы взрывом, скорее всего, можешь расхерачить. Так, ну все, по идее. Здесь я все пробежал. Тут у нас тупик деревни. Да, тут мужик, и тут мы погнали в лес. Давай тогда перемещение юзаем. Надо обратно туда вернуться, где у нас храм вот этот был. Подумать, почему не открывается дверь. Странная пижня, конечно. Ну давай, перемещаемся. Надо маску напялить и посмотреть, что может быть там. Так у нас, в принципе, все. По карте вот тут больше ничего такого нету. Вот это вот что-то. Не знаю, что это. Единственный замок, кстати, висит. А, ну значит, туда не пройти просто. Тут, наверное, какой-нибудь мега-ебака будет сидеть. И потом надо будет туда валить, разматывать его. Давай, священное дерево. Вот ты так вот встаешь, и у тебя появляется один кристалл. Все, ничего это не добавляет. И дверей никаких, подожди. Стоя тут. Ну-ка давай вот так. Во. Почему сразу я не догадался, блин, долбануть туда? Понятно, это босс. Воу-воу-воу. Круто. О, неплохо. А есть чем похилиться-то? Три удара, короче. На третий удар он тебя убивает. Бау. Шустрый как панац. Давай туда сбегаем. Нет, тут брать тут нечего. Короче, хилов не дадут. Надо его заодно увидеть, заебашить. Он атакует? Нет. Заебись. Отлично. Три подачи, ты холодный. Сварм, пойду к стриму готовить сестры. Удачки тебе. Давай, Сварм, удачного стрима. Он еще и сад. Уже в прыжке. Иди в твою сторону, даже если убегаешь. Читы это не ок, как по мне. Он еще с автонаводкой. Уже в прыжке иди в твою сторону, даже если убегаешь. Это да. Тут сложность вообще в принципе во всех врагах. То есть они тебя разъебывают буквально с 3-4 подач, не более. То есть тебе, ты должен скакать как блоха, как только увидишь какую-нибудь падлу, которая на тебя подозрительно летит. У всех тактика есть какая-то. У нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Но не знаю, сейчас посмотрим, сколько у нас он времени займет. Но это босс, его надо валить. Тут ничего не поделаешь. Жестко, подожди, стой. Да. В принципе, стрелы заряженные. Ну, что-то тут носит у него. Вот так. Опа. Вот сейчас он не достал. Достал. Ясно, его не пробить. И хилов не дали. На предыдущий он был такой, хилов давали немножко. Сука.
Там у него еще над здоровьем, над полоской, какие-то две желтенькие штучки горели, как и у меня. Я не знаю, что это значит. Может, это еще фазы какие-то. Два, три. Вот как, блядь, с ним биться-то? Тленной стрелой. Во. Короче, застанет его можно. Но не всегда. Вообще не всегда. Чего, блядь? Он чё, меня долбанул просто с другой стороны поля? Хуеть. О, ну-ка. Приемлемо. Правда, эта тленная стрела очень много забирает. Прям валить от него надо. Как следует. Он просто атакует с половины поля, реально. И оказывается, прям всегда за тобой. Ништяк. Прилетело. Тихо. Не последний удар остался. Дел. Угу. Блять. Прям под подачу ему летишь, сука. По-моему, когда его станет, все-таки, когда его станет, больше урона наносишь. Блять. Надо прям в сторону прыгать. На него и в сторону. Ебут не в случае, а? Ты чё такой пидор дикий-то, блядь? Пиздец. Ай, бля. Ладно. Поздно я прыгнул. Почему? Я его не вижу. Догоняет. На третью подачу, сука, он догоняет. До чего ёбнутый? Где третий удар? Два. Три. Он иногда просто внезапно оказывается где-то у тебя за спиной, хоть ты и прыгаешь. Явно от него. Вот как, он примерно вот тут находился, вот тут. А я находился примерно вот тут. Вот как мне от него уйти?
Гнида, блядь. Кто-то на лодке. Баланса нет. Баланса нету, походу. Походу, во многом баланса нет. В принципе, вот пиздец. Я просто спамлю. Спамлю этой сраной кнопкой, блять, у ворота. И он все равно летит прямо на меня. Жесть. Короче, в какую бы сторону ты с этого круга сраного не прыгнул, он прыгает прямо на тебя. Ёбаный ты пидор, блядь. Блядь, я в яйце, ты хуйня. Пиздец, ты биться с ним начинаешь просто на том условии, то, что у тебя уже жизни нет. Какие-то дает, и надо охуеть точно в них попасть. Вот так вот добиваю стрелами. Короче, тут стрелами надо в него только спавнить в основном. Можно, конечно, что-то посохом добивать, но такое себе удовольствие. Появляется не всегда то, что его застанет можно. Блять, попал. Стоять. Сколько ударов он пронес. Ёбаный урод. Все, и валим сразу же. Проебал пару секунд. Вот, короче, третья подача у него самая опасная. Блять.
О, блядь, ща хуй прицелиться в этого пидораса. Уже как-то его поактивнее все-таки атакую. Но у него активности больше явно. Одна его атака может, сука, вот так вот сделать и все. Давай, трем на это дерьмо. Добиваем, мразь. Давай. Давай на мужика чисто. Готов нахуй. Мне одна подача оставалась. Ёбаная козлина. Ну жесткий. Жесткие боссы, короче. Прям вообще тут они с копыт. Фух! Отпрыгался. Мать его. Давай. У каждого босса своя тактика, определенно. И с каждым боссом они легче не становятся. Это типа люди камни. Пацан сюда к родителям на могилу походу приходил. Еще одна реликвия. Вторая. Мы оставляем подношение у дерева хранителя и просим его защитить наших близких. Ро оставил это для детей. Я уверен, что он сильно перепугался, когда их потерял. Первые вожди деревни оставили здесь много подношений. Умелые охотники использовали энергию духов для создания могущественного оружия. Я уверен, что Деревохранитель не обидится, если мы возьмем их, чтобы помочь Таро. Вторая реликвия. Подношение еды. Ну, ок. О, мне пацана, кстати, дали. 31-го. 31-го малыш не повредит. Это точно. Еще 4 и будет ок. Что-то дадут какую-то новую эту. Новую приспособу, скорее всего, как раз это и будет. Какие-нибудь бомбы там или еще что-нибудь в этом роде. Так, по карте. Вот надо туда двигать. Тропак в фонарной пещере, где у нас был замочек. Ну давай, наверное, мы вернемся. Вернемся в деревню. Че, слишком? А, понятно. Вернемся мы в деревню и попробуем размотать того самого чувака, который у нас дикий был с толпой. Сейчас я его попробую заряженным ударом долбануть. Ну, стрелы. Как раз у меня этого дерьма навалом. Стой, где он? Вот тут. По идее, должно прокатить. Вроде предрочился немного стрелять таким макаром. Давай попробуем. Открываем ящик Пандоры. Чуть-чуть, 40 секунд. 9 врагов. Ах ты, падла. От большого, что ли, еще дали? Да, нету меня.
Главное, у него удар один остался. Блядь. Очень мало жизни тут. Жизни маловато. Серьезно, не хватило? Ой, тренный заряд. Вот, уже лучше. Попали бы в этих бледенышей еще. Блядь, ну у меня стрел нету тупо. У меня тупо кончились стрелы. Да. У меня не хватит тупо времени. Да, одна секунда. Стрел мало. Мало стрел. Ну давай еще раз. Последний попробую. Блин. Надо было жизнь восстановить себе. Значит, скорее завалят, чем я пройду это испытание. Керсим. Потом пройдем. Жестко. По-любому только за это испытание малого дадут, не более. Так, надо вот к храму воды туда портоваться. Люто, они летят, блин, со всех сторон, у тебя время ограничено. И надо еще быстро все прицеливаться и так далее. Так, по тропинке, короче говоря, тупаем куда-то от основного храма. Там, где у нас босс был. Дальше уже тут прилично еще пилить и пилить. Не, ну глядишь, может, какие-то секретики где-то найдутся неизведанные. Нет, вот куда-то сюда надо поворачивать, потом вот сюда по тропинке вроде. Стой, там еще одна желтая хрень появилась. Сожаление Таро. Тропа. Стой. Давай, наверное, все-таки тропу в фонарной пещере вот этой откроем сначала. А потом на босса. Это, наверное, босс желтый все-таки отмечено. Либо это основной сюжет. Пойдем туда. Сейчас, секунду, прервемся, не отключайте, сейчас подойдем.
Там надо каждый шаг контролировать, куда ты идешь, потому что можно запутаться. Вот новый враг какой-то. Это босс. Кстати, там хилы были. Ну, самая тема, я не знаю, когда три шарика у тебя. Давай так попробуем попрыгать. Какое-то время эти шары взрываются. Сколько раз он может так хилиться? Может быть всегда. Понятно. Одного мы чувачка не учли. Надо, кстати, блин, надо не забывать то, что тут хилы у меня еще есть. Макс, его надо постоянно бить. Бить не будешь. Будет постоянно спамить фаерболами. Так, а ты к нему ближе подходишь, тоже он тогда тебя начинает мочить прямо рядом. Подожди, я пока еще не изучил, как он действует. Ну вот разок я ему, допустим, долбанул, но он за меня попадает тоже. Сука, он попадает. Вот и все. Так, ну давай попробуем близко прямо сейчас к нему. Прям не давать ему. Вот так вот мы его смотрим. Посмотри на тебя. Как на него фаербол навести? О, вроде завалил. Там еще кто-то ходит. Нет? Повезло. Ну, случайно я его замочил. Это жесткий какой-то. Чувак, ну, скорее всего, это не босс. А как фаербол? Это можно как-то на него прямо, чтобы он своими фаерболами споткнулся? Ну, чтобы они прямо в него попали. Можно так сделать? Потому что они прям за мной летают. И все. Я думаю, он не первый раз тут встретился. Будет еще, и скорее всего, их будет несколько. В следующий раз их будет больше, по-любому. Макс Ланг, за спину заходи. Они же самонаводящиеся. Попробую, да, как вариант, а как еще, действительно? Уже их магией никак не направишь. Короче, тут я уже был. Я вспомнил. Да.
А слушай, как туда можно попасть? А какой-то сундучок волшебный. Угу. Понятно, с помощью цветка. А второй цветок у нас... Хуй знает где. А, подожди. Как-то надо туда попасть, но... Сперва надо попасть, получается, или вот в это вот бревно как-то войти. А что-то музыка там прям тревожная лобает. Да, я тут был, я вот помню то, что прям по этому бревну забирался. Привет, дружище. А че-то новенькое прикольное. Здорово, Борма. Это у нас Кена. О, вот так вот мы и попадем. Маска. Целая маска, что ли? Маска детей. Доступна новая шляпа для Лен. А, это просто шляпа, короче. Это просто шляпа. Ну и хер бы с ним. Так, давай, говорим. Я не знаю, что за скверна ждет тебя в фонарной пещере, но боюсь, дух Таро будет биться до последнего. Я не знаю, это квестовая тема, ну как бы основной сюжет или нет. А можно мне такой же лук? Или стрелы хотя бы такие же? Вот тут еще что-то. Сожаление Таро. Я не знаю, что это. Шляпы 3 из 6. Храм цветов 2 из 3. Проклятые сундуки 0 из 2. Тлен 5 из 14. Странно, тут еще меняется это все. Цифры. Ну, видимо, по области. Так, откройте тропу. Давай, откроем тропу, посмотрим, что это за тропа. Куда она вообще ведет. Ну, по-моему, она, скорее всего, будет просто пересекаться где-то тут. Ща глянем. Пока не опасных, пока врагов, короче, не попадается, а враги тут все опасны. Как в соулс-лайках. Почему бы не побегать? Ну, вот сейчас тут, скорее всего, пизделка будет какая-то. Давай по краешку все осматриваем. И такое. Там. Как-то эту скверну можно взорвать. Не знаю. Нет. Все хуйня, Миша, давай заново. Тут малой сидит. Да, смотри-ка. Ой, там 32-й. Максло, у меня такое впечатление, что они хотели сначала сделать игру на мобильные платформы. Но потом выкрутили сложность и такие, вау, давай на комп портанем. Может быть, кстати. Но как-то местами вот прям она довольно-таки мобильно нарисована. Как Геншин, допустим. Тот же самый. Он же есть на мобилах, правильно? Не исключено. Максло, ну типа тут куча механик, которые не работают. Сделано под донаты, но их нет. Типа, допустим, хочешь из лука стрелять, плати донат? Ну хуй знает. Тогда было бы очень тупо. На этом старом походном снаряжении видел символ лисы. И чё?
Что-то случилось, и что-то я не пойму. И чё ж ты символ лицо? Я маску напялил, а там что-то. Тебе же кристаллы дают, которые даже тратить некуда. На шапочки можно тратить. И все. Да. Я думаю, они, короче, придумали эти кристаллы синие. А потом такие, бля, нахуя мы это сделали? Давай хоть что-нибудь с ними, хоть куда-то их, чтобы запердолить. Давай хоть эти шапочки будем покупать. Давай. Просто так, короче, забацали. Мне бы третий шарик не помешал. Надеть маску. И чё? Флэшбэк какой-то. Ой, я ему прилетела. Под грибами таких спидов не бывает. 215 очей. Ну да, да, чё-то качнём мы сейчас. Вот такое, наверное. Как раз типа во время опутывания этих. Воу-воу. Короче. А вот это что? В прыжке нажмите АТ, чтобы провести разрушительную атаку ударом вниз. Это типа всем потихонечку раздается. Но я все чаще пользуюсь этим, пользуюсь выстрелом как раз. Давай, качаем это. Гулять так гулять. Это я типа назад, да, спущусь, короче. Нет. Тут шапочки можно купить. Ну-ка, пойдем туда. Тут еще какая-то приблуда. С двух сторон. Не, пойдем все-таки шапочки откроем. Не совсем понятно в некоторых местах, куда тебе идти и что делать. Где важно, а где нет, скажем так, действия твои. Ну вот шапочки, ладно, давай возьмем вот шапочки. Похер, какие? Так, чисто от балды вот. Оленей наберем по сотке, нихуя. Вот ебать. Это вообще ни на что не влияет. На какой-то коряге еще иду. Ага, по-моему, я тут был. Сдается мне, что-то знакомое, вот все как-то тут одинаковое, конечно. Да. Это у нас основная, короче, какая-то... Основная большая вот эта вот локация. Вот сейчас вторая эта петушка загорится. Да, здрасте, Насте. Давай с детьми. Нам нужно найти больше реликвий Кена. А то Астаро будет все хорошо, как ты думаешь, мы его скоро увидим. И все. Больше они ничего нового не скажут. Ладно. Короче. Дело к ночи. Надо обратно вернуться туда, где у нас тележка была. Это... Примерно так. Стой. Нет, не туда. Надо назад. Очень легко тут запутаться вообще. Прям вообще на раз. Потому что очень часто одинаковые вот эти вот
тут бревно лежит, тут камушек одинаковый. Чик-чик, и ты, блядь, потерялся. Да, вот тут. Ладно, нам получается только вперед. Ага, пришел, короче, я вот отсюда. Здесь я флэшбэк какой-то посмотрел. Волшебный. Давай сюда. Надо по вот этим точкам будет пострелять, чтобы было счастье. И у нас, короче, должен упасть вот сюда шарик. Ну давай мы вот еще здесь осмотрим, что у нас есть. Что это такое? Угу. Еще какая-то пещера. Куда не пройти. Ну, скорее всего, тут враги должны появиться. Давненько никого не было. Их, естественно, будет все больше и больше со временем наваливать. Чаще будут встречаться враги. Но единственное, что большая локация, тут они не появляются заново. Это хорошо, то что они не спавнятся у тебя постоянно. Как это было в том же самом этом Ghost of Tsushima. Там вот это дело заебывалось. Куда не бежишь, вечно надо с моголами одинаковыми биться. Все? О, шарик. Пацаны, вам туда. Сейчас как все разрушим. Тут, наверное, вообще ничего, просто пустота. Вот этой хренью немножко неудобно управлять, но со временем получается чуть лучше. Давай еще чуть-чуть. Оп. Ну, вон там враги, кстати сказать, но... Давай-ка, че вот здесь вот было у нас? Че такое? Медитировать. А, это, кстати, да, это повышает здоровье у нас. Вот это полезная хрень. Правда, его добавляет вообще вот так вот. Враги у тебя сносят половину, а добавляет у тебя 1/20, наверное. Все, хорош. Кто-то вдруг приторчит сейчас в медитации, потом ее из этого, из этой аллилуйи будет не вывести. Так, вот как бы наверх подняться и вот эту штуку разбить. Это, скорее всего, в обход надо делать только, да. Поэтому будем потихоньку пробивать себе путь. Я, конечно, попробую еще раз. Вот наверх она забирается, но, по-моему, нет. Нет, она не подпрыгивает. Ладно, поскакали. 10. Чуть-чуть. Ну-ка, давай, ко мне поближе. А их можно даже, да, к ним вообще не подходить. Так, а это кто, блядь, стреляет? Кто-то взял меня, долбанул чуть-чуть. А кто, непонятно, вот этот, наверное. Потому что я как-то было видел то, что вот эти мелкие пиздюки тоже нет-нет, да камушком зашвырну. Ладно, давай тлен.
прям чтобы чисто было. Вот вдруг просто что-нибудь не откроется. Все, тут уже не очистить ничего. Ну так как у нас это неограниченный запас этого тлена, так что можно побаловаться. Вот так вот, даже, наверное, да, поудобнее будет очищать. Слушай, оно распространяется все больше. Давай тогда полупим этих уродов. Все, кончились, что ли? Да не на деревьях. Джонни, не на деревьях. Стопудово он где-то тут. Странно, я... Нет. Фишка с битвы еще не закончена. Он где-то заглюченный. Где-то врага заглючило. Потому что у меня здоровье не восполняется. Странно, но ладно. О, вот где его заглючило. Все? Это все? Нет, еще не все. Пацаны, жрать хотите? Нет, им пока пожрать не получится. Давай туда. И вот тут еще. Один молодняк на тебя бежит. Главное, не забывайте, что в тлен заходить-то нельзя. Применяем тлен. И вот так. И все, по идее, тут вообще должно все развеяться. Теперь и пацаны пожрать смогут, и здоровье восполнится. Да? Вот так. Пас. Тут-тут-тун. Погоди. Сходу туда тоже надо. Или нет? Вычистите скверну в фонарной пещере. Ага. Короче говоря, мы сейчас вот тут заходим и будем двигаться потихоньку вот сюда же. С самой пещеры стопудово, поэтому давай-ка сейчас мы преимущественно будем в красивых потемках перемещаться. А вот здесь вот мы сейчас дорогу эту прочистим. Соточка. Да, я вот, получается, отсюда вот эту картину наблюдал. Да, вот здесь я запрыгивал. Все верно, все очистилось. Все, погнали вниз. Погнали. Пацаны, айда за мной. Ибо. Здрасте, я в воде.
что-то скверное тут до хрена, вам так не кажется? Надо бы почистить тут все это дело тоже. Ну, узяка приятная такая лобая. Приятно напряженная. Че, мне туда, да, стопудово. Вода еще где-то течет. Здрасте. Короче, тут всю пещеру надо будет очищать. Да-да-да, мы сейчас к боссу, короче, и топим, походу. Ты че? Странно. Да, сейчас будет битва. Ну, большой какой. Я так понимаю, у него две фазы. Тихо-тихо-тихо, размахался. Но эти так и будут спавниться, это по-любому. Как раз есть лишнее. Прямо у нас плена. О, тихо, тихо, вот так вот. О, вот это вот мега подача, ништяк. Стой, пока он, блин, он заглушенный стоял. Ну чё ж ты так? Старина, ты хоть предупреждай, что тебя вырубила. О, добро. Ох. Погоди, пиляемся. Так как мелочь всякая спавнится. Смертью храбрых. Это третья реликвия. Сейчас маску прилетит уже. Ну давай. Пацаны, все тут. Освободите Таро с помощью реликвии. Ну, надеюсь, он будет не агрессивно себя вести. Обнаружена реликвия, фонарь. Я понял. О, у меня третий кружок нарисовывается. Тлен теперь может выполнять больше действий. Хорошо. Применяем тлен. Вот третий кружок, это вообще в тему. Тему вот-вот вообще. Потому что когда ты стреляешь заряженными ударами, ты можешь уже три заряженных удара запустить в одного врага. Плюс еще
может быть, три действия каких-то подряд пригодится. Тогда пацанов надо куда-то отправлять. Все, все тут. Без понятия, что тут написано. Кто такой? Подожди. Не торопимся. Ладно, поднимем. Ну нахрен вы его кинули-то? Ну поднимайте. Пацаны, чего? Его опускаем объект. Нет, они все равно его валят. Угу. Значит, куда-то поставить надо. Допустим. Так как они его не таскают через преграду, да, вот сюда мы это дело потащим. Заработал. Без понятия пока, да. Это освещает, короче, одну из вот этих приновин. Погоди. Давай тогда первый выстрел туда. Дальше. Второй. Плохо видно. Нет, в обход надо. Девальфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольф. Угу. Вот мы на поляне. Так, ну я понял. Надо как-то в обход, короче, все три штуки зажечь. Четыре. Четвертое на дереве. Ну давай тогда. Вот так я ее отсюда где-то с этого ракурса увижу. Вот она где-то там вообще в ебенях. Надо получше немножко вид посмотреть. Вот так. Засчитает? Нет. Не засчитали. Все заново. Ну давай еще раз. Раз. Два. Как до третьего вот добраться? В обход, может быть, с другой стороны надо его долбануть. Ну точно. Да, уже, наверное, поздно. Время вышло. Нет, еще не вышло. Ну и там как раз в дерево попадаешь ты четвертый раз. А нет, еще. Еще одна? Эй, блядь, все кончилось. Да, вот последняя будет. Твою же мать. Пошли заново. Ладно, сейчас чуть побыстрее получится. Давай, первое. Первое. Вторая. Третье. Четвертое.
плашки, сучка. Все. Блин, еще одна. Задолбали. Наконец. И дождь прошел. Заебись, погодка. На природе хорошо после литра водки. Я нашла фонарь Теро. Наверное, он потерял его, когда искал детей. Возможно. Принеси реликвии к упавшему дереву. Настало время помочь Таро обрести покой. И все? Серьезно? Я так-то знал, что мне к этому дереву надо идти. Это нужно было просто так сейчас зажигать, просто чтобы мозги мне покомпенсировать. Тапочку нашел. Ну, спасибо. Пышка. Ладно, еще один сундук. Ничего ломать не надо. Кстати, кстати. Ну-ка, давай. Последний. 8, 5, 4, 3. Успел. Ура. Да, некоторые моменты можно пройти только с помощью прокачки. Подкачаешься немного, а тебе проходится все. Че это? Ну тоже, ты, блин, некоторые вещи бьешься просто за шапочку. Серьезно. Просто для никому ни на что не влияющие какие-то ачивки просто. Но надеешься это получить малого за подобные испытания. А тебе говорят, иди в жопу. Нет. Так, как-то надо вот куда-то. Где у нас вообще само дерево-то? Лесная тропа, по-моему. Или тут освободите Таро. Нет, надо вот туда вообще, да. Надо пункт перемещения искать. Смысл через всю карту пердолить, если все везде уже пройдено и взято. Давай, дерево Таро. Слушай, кстати, вот когда ты сюда заходишь, здесь у нас еще был один проход. Макс Лонг, то есть за кристаллы драться тебе не западло, а вот шапочка не канает. Не, ну, не знаешь же в сундуке, что там может быть. Когда-то малого дают, когда-то шапочку, когда-то кристаллы. Как бы, иногда это ты делаешь просто потому, что ты это делаешь. А иногда тебе плюшки бесполезные летят. Ну, не знаю, короче. Такое себе. Как почистим это дупло от скверны. Чувак тут. Может, детьми надо потрещать сначала. Я сейчас буду помогать Таро, но здесь для вас оставаться опасно. Оставайтесь вместе с Русу. Я отыщу вас, когда освобожу Таро. Поосторожней, Кена.
Ок. А, и все, да? Ну тут как обычно, вот диалоги прям. Краткость, сестра, талант. Взаимодействие. Сейчас она как намедитирует, тут полные штаны. Все. Сейчас мы будем биться с главным боссом, походу. Ну, раз дождь пошел, скверно вокруг. Вон тот горбун идет сюда. Я недавно только с боссом бился, опять надо кого-то разваливать. Я не знаю, там еще, кстати, была маска какого-то дракона. Возможно, это вот то, что сейчас с этого прилетит маска. Потом типа дальше сюжет. Либо это уже как бы финал, потому что это все-таки ближе к инди-проекту. Не знаю, может быть, ближе к финалу. Ну, короче, мочи. Девятихвостый демон лис. Так, давай-ка мы похилимся. Бля, я вместо хилов ему долбанул. Еще удар просрал. До хила совсем чуть-чуть осталось. Эти хило дважды можно делать. Неплохо. Какие-то новые атаки у него. Это я его не вижу вообще. Я ему меч сломал. Ну куда же ты? Старина, ты где? У меня цветы. Надо было, наверное, на него тренд ломать. Понятно. Ах ты. Ну вот чуть-чуть ему осталось. Оу, что, все заново? Не, ну естественно все заново. Подсцены можно пропустить? Хочу их смотреть больше. Пропустить. А, ну надо удерживать. Оу. Давай, 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 сюда. В принципе, ты себе
себе набиваешь как раз от одного удара, ты себе набиваешь на второй. Но если бы он еще в тебя не попадал, поэтому хилиться важнее. Эх, сука. Блин. Прям на тебя, а? Ты смотри, какая падла. Ёхана. Половинку я где-то у него сношу, а потом как-то не сношу. Когда его так колбатит, короче, к нему нельзя подойти. Короче, приблизительно понял, какие места его. Ай, это было больно. Ну, он такой тоже достаточно жесткий мужичок. Устанавливаем стрелы. Я тебя не вижу, точнее, я его не вижу. Не дает прицелиться. Где хилы? Ну, где хилы, блядь? Конечно, чувак, мне долбанул. Блять, а чё такой ёбнутый-то стал? Короче, у него половину сносишь, и он начинает чистить ударами просто. Просто тупо спамит, урод. Куда бы ты не прыгал, он все равно ёбнет тебя по тебе мечом. Гандон. Странно, но не попал. Прямо удивительно. Ну,
Под жопу ему. Блять, я не мог его увидеть просто. И удас атакует, и вот реально с конца поля. Пиздец, я не до хилов не добежал. Ух! Я не знаю, последний это был или нет. Будет обидно, если да. Кстати, если в лампочку ему попасть, вот так вот. Где хилы? Блять, не чуть-чуть. Падла. Да, он психанул. Что, бипнем, да? Фига. Лупим, лупим, лупим. Я так долго этот удар копил. Пойдем, должен был вот так пряник застрять. А, ну да. Когда ты прямо от него прыгаешь, то это вообще не вариант. Он, естественно, тебя доставит. Я его не вижу. Вот он. Попался. Хуй там, у меня камера за ним не успевает. Попал. Вот так вот. Такая сука. Он душный. Он душный, когда бегать начинает вокруг тебя. У тебя камера за ним не успевает, он перемещается по арене очень быстро. И потом у тебя единственное окошко у него долбануть на секунду, когда он бежит в тебя. Ну, на тебя. И потом у тебя только есть вариант вот такими поворотами быстро от него съебаться. Но, как правило, да нихуя не получится. Макс, правда надо убежать не надо. Ну да, скорее всего. Идрена, блядь. Вот
вообще я его не вижу. Я не знаю, куда я хочу, но куда-то убегаю. Блять. Ну и сетка на тебя попадет. Пизда его прорвала. Все три удара в меня влетели просто. Пол на нас. Гандон. Вообще подходить не вариант, походу. Ну как бы можно к нему быстро подойти, но это, блядь, очень опасно вот тем вот таким вот ударом. Ну или вот таким. Стой. Да, и валим сразу. Догоняет. Догоняет эта мразь тебя в любом случае. Все, и топим. Топим, топим. Ебать, он понесся просто тебя валить. Начинается беготня. Сейчас надо тут посмотреть, есть ли окошко. Когда он останавливается. Да, вот это, блядь, окошко. Хотя зря я делал, да, надо было хилиться. Уёбок. Один удар. Что я тут сделаю? Не вижу ее. Все, пиздец. Он сломал мне хребет. Гнида. Самая тема ему вот сюда попадать. Потом у тебя есть несколько секунд, чтобы его помочить. На, блядь, охуеть. Это очень четко надо делать. Такие удары с кондачка не получаются. Постоком своим, короче. И куда этой лампочки не достает. Дел. Сука, попал. Торопится, блять, ему побольше урона влить.
жадничаешь, и отсюда получается пиздарят так. Нихуя. Он спиной ко мне стоял и просто въебал мне кучу урона. И сразу же захуярил меня сразу. Вот как? Иногда он действует очень непредсказуемо, он смотрит. Ну, короче, ты стоишь у него за спиной. Он в секунду просто оказывается сразу же возле тебя, наносит тебе тучу урона, продолжает комбо-атаку и добивает тебя нахуй вообще. Он пизданутый, короче, босс. Его можно заебенить, четко выучив его тайминги. Ну, плюс еще дохуя везения. Вот я не успею сейчас. Ну, хоть немножко, в принципе. Но я вот успею ему вот так надавать по жопе. Вот, половинку мы снесли. Сейчас его, да, порвало. И он уебывает меня с такой жизнью. Вот как от такой атаки, блядь, уйти? Все. Но если бы я попал ему в этот светильник еще раз, то я бы успел, наверное, похилиться. Первый удар, он всегда, походу, тебя достает. Поебаный ты дурак, блин. Ну-ка, прям, да. Где вот, кстати, светильник? Я типа все его сломал уже. А нет, на деле болтается. Где хилы? Блядь, ну надо только на них смотреть еще. Сука, ебанутая камера. Нет наводки на персонажа. Ты не можешь его прямо, чтобы он смотрел, чтобы эта баба твоя, чтобы четко на него смотрела. Блять, анимация на последний, короче, получается 5 ударов ты ему наносишь.
И у тебя на этом, как он, на пятом ударе он уже начинает замахиваться. Где он? Сука, не успеваешь. Не успеваешь от этих уклоняться от этого говна. Все хана. Лютый тип, конечно. Чат-то бегает очень. Блять, уёба. Ладно. Ну я просто его не мог видеть. Ай-ай, надо хиляться. Стрелой-то я его у него сейчас не попал. На, вот так. А, я думал, его достанет это хотя бы немножко. Но нет. Такое себе. Все бы ничего, если бы он с другого конца поля не мог тебе выебнуть половину здоровья. Не, я не успею. Всегда я попадаю в это дело. О, норм пролетело. Как тебе такое? Блин, ну чё ж он так сейчас сразу-то не попал? Ай. Норм. Он быстрее моей стрелы зарядный. Пиздюк. Я только, блин, супердан проебал. Он очень быстро прыгает на тебя.
У тебя, блядь, толкуя времени не остается. Ну что ж ты, старина. А, блядь. Жесткий чувак. Раз, два, три, четыре. Ну да, смотря какое еще расстояние до него остается. Начинает. Ты его туда просто не можешь поймать. Все, валим, валим, валим. Я вообще без понятия. Я вот давненько его из поля зрения потерял. Воу! Нихуя я ему. Стой, где хилы? Быстро. Успел прицелиться. А, метишь ты ему прямо вот в этот фонарь сраный, и он тебя тут же выебывает. Ну, короче, вторая фаза у него гораздо бешеней. Но я, в принципе, прилично ему тогда привалило, когда он бежал на меня. Не, ближний бой — это не про этого чувака вообще. Я использовал тлен, но до меня мои хилы не долетели. Бьет он шустрее, чем они, чем меня лечит игра. Четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Задничаю, задничаю местами. Thank you.
ударов просрал просто так. Ну и все, ты мол, титанят. Чудом попал вообще. Вот тебе это чудо. Тихо, где? Где хилы? Быстрее! А собирать это повисло. Эй-эй-эй! Блять, игра подлетает. Твою мать. Давай последний раз попробую. Будем сегодня закругляться. Надо на работу идти. Мы этого пидора обязательно завалю когда-нибудь. Достал. Да. Вот я нихуя не вижу себя. Да ёб твою по голове, ты дурак что ли? Я не успею. Подачу, он мне тоже подача, но у него подача-то, сука, по-увечески. Вот типа того. Ваншот нахуй. Ладно, будем заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.